Веконста. Сегодня я хочу вам показать актуальные цены на авторынке. Сейчас мы находимся в районе мотеля, и я хочу вам показать, какие же цены на поддержанные автомобили. Здесь присутствуют разные марки, начиная от Renault и заканчивая Mitsubishi, Toyota, то есть по любому кошельку. Первое Renault Skyniq, 2003 год. Мотор 1.6, пробег 162 тысячи, цена 4 900, цена в долларах. Ну что, бюджетный автомобиль, цена соответственно, что могу сказать, по передней части бампер в сколах, у капот, видите, тоже подмазан. Дворники, что, присядем вовнутрь, эти потертость, ну, для такого пробега это... нормально. Опа. Механическая коробка передач. Посадка как у грузовика. Как-то непривычно. Магнитола стандартная. Ну, комплектация здесь, соответственно, минимальная. Вот так высокая, в принципе, посадка. Что у нас здесь? Бардачок такой глубокий. Места, конечно, здесь, я бы сказал, не сильно так и много. Ну, по высоте, с моим ростом, в самый раз. Также, кому интересно, сколько стоит растаможка, то растаможка вычисляется по калькулятору. 0,3 евроцента мы умножаем на объем двигателя. Объем двигателя до 2,3 литров. Свыше от 2,3 до 3 0,4 евроцента, от 3 и выше 0,5 евроцента. Ну, вот такие вот цены на растаможку. То есть, если в среднем вот взять 1,6 бензин, сколько, к примеру, будет стоить растаможка, то техосмотр порядка 1500 рублей стоит, услуги брокера от 3 до 6 тысяч, ну и растаможка 0,3 мы должны умножить на 1600, и эта сумма у нас получится в евро. Вот такие вот цены у нас на растаможку. Следующий Opel Zafira, объем 1,6, 99 год, механика 3900. В Opel я в таком ни разу не сидел. Все хотелось вам показать. Ну что, коробка механика. Кондиционер есть. Ну что по салону скажу. Салон более-менее в хорошем состоянии. Но опять-таки, машину подготавливают под продажу, поэтому здесь все будет идеально. В некоторые машины мы присядем. Это вам будет так для сравнения. Ford Mondeo, универсал. По поводу комплектации, ребята, я всю комплектацию не могу знать, поэтому буду показывать то, что вижу. Машин много, все разное. 2003, объем 1.8, пробег 122 тысячи. КПП механика, цена 4400. Что-то я сомневаюсь в таком пробеге, 122 тысячи, 2003 год. Как определить реальный пробег? Прежде всего, это через компьютер подключиться и считать с блоков ABS, с блоков подушки, либо с блоки коробки, сколько она наработала часов. И так это будет самый оптимальный способ определения. Ну, а в другом случае, по сколам, если пробег больше 100 тысяч, то капот будет, я думаю, в сколах 100%. Ну и фары. Фары определяют, конечно, тоже немаловажно. Ну и, соответственно, если у вас есть толщиномер, то можно будет все это дело промерить. Колеса у нас 16,
205 на 55. Зимка стоит, ну еще зимы на 2 хватит. Хотя вот первый датчик износа практически уже дошел до этой отметки. В принципе, машина большая, вместительная, я бы сказал. Здесь все более строго. Часы. Ну и багажник. Багажник мы открывать не будем, но вы прекрасно знаете, что у любого универсала багажник побольше, чем у обычного седана. Для этого и есть такие машины. Дальше у нас Honda Accord в белом цвете. Это уже поновее модель. Двери как мягко закрываются. Здесь у нас что? 1.5 турбо, пробег 36, автомат, цена 17 400. Злой передок. Оптика. Хотя здесь вот галогенка стоит. Цвет белый перламутр. Ну, сколов я не наблюдаю. Может, где-то есть, но не могу сказать. Ну, прежде всего, если вы собираетесь покупать такой автомобиль, то вам нужно посмотреть изначально его ВИН-код и в каком он состоянии был до продажи. Ух ты, Honda меня поприветствовала. Ну, это японцы. Кнопка старт-стоп, видите, горит. Ну, без ключа мы ее не заведем, конечно. Здесь также можно определить еще по подушкам безопасности боковым. Вы вот эту вот резинку можете снять и потом посмотреть, есть ли тут вообще подушка. И подушка, видите, здесь присутствует. И шов вроде бы заводской. Видите, точечки такие белые. Подушка вот. То есть здесь, по идее, боковая подушка не стреляла. Точно так же и по торпеде вы можете узнать. Обычно подушка выстреливает отсюда, и в любом случае ее нужно будет перешивать или перетягивать. Ну, это вам еще одно дополнение по поводу подушек безопасности. В принципе, здесь приятно сидеть, комфортно, хорошая посадка, эко-режим. Ну, что вам тут еще рассказывать? Двухзонный климат-контроль, электронный ручник, бардачок, зарядка. Это, конечно, то, что светлый такой салон. Я не знаю, как он будет, конечно, в реальной жизни эксплуатироваться, но видно уже потертости. В принципе, пробег не сильно большой, но уже видно, что салон был в использовании. А так, в принципе, машина мне нравится. Посадка удобная. Обзор. Обзор мне не нравится. Знаете почему? Как будто сидишь в внедорожнике, сильно капот задрат. Как видно будет на камеру, но это мое мнение. Так, ну что, в принципе, что здесь показывать? Голосовое управление, удержание полос. Ну и все. Вы и так все сами прекрасно знаете. Вы любите смотреть. Так, здесь Midlands Honda. Дата 3.1.2019 год. В чем здесь косяки в этой машине? Но цена этой новой тачки, я думаю, будет выстреливать где-то до 35-40 тысяч долларов, если она будет новая. Видимо, где-то что-то здесь не так. Похоже, дверка, видите, не заводской шов. Мы сейчас с той стороны глянем, это нам как раз будут отметки. Да, и болты здесь скручивались, видимо, удар был в эту сторону. Если вы машины берете из-за рубежа, то не надейтесь, что они будут целые. Целые машины продаются, но с большим пробегом. Давайте здесь, кстати, глянем. Чуть-чуть здесь по-другому сделан шов. Здесь так.
две точки. А здесь, видите, одна. И болты здесь скручивались явно. Да здесь разбиралась. Ну, не могу сказать. В принципе, комфортно сидеть. Ну, до потолка с моим ростом я достаю. Надо будет только вот так присаживаться. Вид сзади. Камера. Багажник. Я думаю, смысла нет вам показывать. Дальше у нас Range Rover 2008, 3.6 дизель, пробег 94 тысячи. Цена 19 500. Ага, он закрыт. Ну ладно. Дальше Renault. Megane 1.4, 145. Цена 5 200. Давайте вовнутрь присядем. Вот здесь дополнительно конфетки присутствуют. Ха, это что, ручник такой? Первый раз вообще вижу. Ха, прикольно. Знаете, как в самолете рычаг такой. Джик. Подняли его и опустили. Приборка похожа, как у предыдущего Renault. Там мы вначале его смотрели. Ну, что вам тут еще рассказывать. Простенький салон, ничего необычного. Не по-русски здесь пишется все. Ну и маленький хэтчбэк. Багажника практически нет. Ну и такой у него внешний вид. Nissan. Nissan Primera, 2006 год, 1.8, пробег 131 тысяча. Цена 5 500 на механике. Тоже простенький салон. Интересная такая торпеда. Видите, вся шкала приборов находится по центру. То есть не как привычно здесь у водителя, а по центру. Бокс. Белая березка. Вообще подлокотничек маленький. Ну и вид сзади. Следующая. Mazda 5. 2006 год. 2.3 двигатель. Пробег 103 тысячи. Цена 6 500. Это универсал. Так, что японцы тут придумали? Селектор передач. Ну, как-то здесь замкнутое пространство. Не знаю, некомфортно себя чувствую. Зеркала нет. Зеркало надо будет докупать. Кондиционер присутствует. CD-проигрыватель. Ага, вот зеркало, кстати, лежит. Скорее всего, что отлепилось. Вот. Переднего лобового стекла. Он шестиместный. Тут два человека, там два человека. И в самом конце тоже два. Но места там практически нет. Туда и нет смысла залазить, потому что я там точно не помещусь. Видно, что салон в рабочем состоянии. Перевозили что-то. Скорее всего, что сидушек не было. Использовался как грузовой автомобиль. Так, ну и в принципе все. Давайте следующую машину. Это Toyota Corolla 2011 год. Бензин, газ, объем 1.4, цена 7 900. Так, что у нас здесь? Механика, кондиционер, всякие лючки, бардачки. Ну, что, в принципе, сидеть нормально, комфортно. Ну, и цена, соответственно, 8 000 долларов. Не знаю, какой здесь пробег
Есть же машины, которые реально скручены и пробеги, поэтому там нужно смотреть уже по внешнему состоянию, если вы вообще собираетесь покупать какой-то автомобиль. Идемте дальше, на другую сторону. Здесь мы немножко прогулялись, посмотрели цены. Дальше, Chevrolet Epica, 2-литровый дизель, пробег 212 тысяч, автомат, цена 6600. Черный цвет. Вот 212 тысяч, а капот в идеальном состоянии. Видно, перекрашенный был. Но за 212 тысяч очень круто сохранился. Может, конечно, я ошибаюсь. Был бы толщиномер, то обязательно промерили. Хотя вот на крыше есть сколы замазаны. Может быть, даже и лобовое стекло менялось, потому что маркировки здесь я не вижу. Давайте с этой стороны присядем. Со стороны пассажира. Ну, салон, видите, уже в таком, в использованном и очень хорошо состоянии, так как потертости здесь видно. Ну и год немаловажно. Да, стекло лобовое, скорее всего, что менялось, потому что оно практически без сколов. Всякие приколюки сюда можно укладывать. Предохранитель на 15 ампер. Chevrolet, Chevrolet. Вот эти защелки, конечно, в ремнях идут уже в комплектации. Ну, если есть ремни безопасности, то, конечно, лучше использовать вот эту вот защелку и пристегивать себя. Только здесь человек будет сидеть. Но это так, рекомендация. Ну, салон более-менее еще в презентабельном виде. Опять такой пробег. Volkswagen Jetta, 12-й год, 2,5, пробег 57 тысяч, цена 7900. Шестнадцатые диски, 205 на 55 R16. 57 тысяч миль. Сразу сел я и уперся в крышу. Ну, тут электрорегулировка. Сейчас я вам покажу. Это высота сидушки. Мы можем ее вниз опустить. Вот так-то будет получше. Сильно задрато. О, так по-другому уже смотрится. И регулировка спинки. То есть вниз спинка наклоняется и вверх. Электропривод. Ну, не знаю. Если, конечно, есть такая штука, то прикольно. Так можно в ноль опустить с моим ростом. Че, идемте дальше. Мы сегодня практически в каждый автомобиль присядем и посмотрим. Nissan Note, 97 тысяч, механика, цена 6600. Стойки Каяба. По-хорошему, при выборе автомобиля нужно ехать на СТО. Вам там посмотрят ходовку. А так, снаружи вы, конечно, ничего толком не увидите. Ну и внутри салон. Машинка небольшая, компактная. По высоте видно, что высокая. Внутри, в машине. Видите, как уже все затаскано по порогу. Не знаю, может быть, пробег и скручен 100 тысяч. А как-то странно. Интересно, смотрите, сколько места. Ни в одном
бизнес-седане вот такого места не найдете. Не, есть, конечно, лонг-версии, а так столик. Вот повезли, кстати, машины куда-то. На продажу, видимо. Так, что, багажник у нас тут практически отсутствует, небольшой. Ой, затасканный салон. Не знаю, 100 тысяч, кто на ней ездил, но мне кажется, больше, намного пробег. Следующий Mitsubishi Outlander 2.4, пробег 22 тысячи, цена 16500, полный привод. Что-то с этой машинкой не так. Цена, конечно, 16500, очень маленькая. Можно будет найти, где зарыта здесь собака. Пробег 21900 миль, конфетки. Блокировка. Также еще немаловажный фактор — это маркировка на стеклах. Она должна совпадать, то есть что здесь написано, что там написано. И это еще один ключевой фактор по подбору автомобилей. Учитывайте это. Моя цель изначально — показать вам актуальные цены на автомобили, ну и внутренне, внешне посидеть, порассказывать, что интересного вы здесь увидите. Идемте дальше. Так, по внешнему виду не скажешь. А внутри можно будет и заглянуть. Хотя заводской герметик здесь присутствует. Стойки не знаю. Можно будет с этой стороны глянуть. Здесь вот замазано что-то. Ну, это надо более детально смотреть. Следующий автомобиль — Kia Sportage, 2014 год, 2.4, пробег 59 тысяч. Автомат, шестиступка, цена 13500. Kia Sportage. Блокировочка есть. Эти включил и выключил. Это не внедорожник, кроссовер, поэтому в глухое бездорожье на нем нет смысла ездить. Приятный салон. Видите, вот более все плавное у корейцев. А немцы, конечно, отличаются. Салон. Салон в более-менее хорошем состоянии. Это я сужу по потолку. Центральная часть здесь немножко подзатасканная. Еще ключевой фактор по определению пробега машины — это вот здесь на спинке сидения постоянно есть такие зацепы. Дырявится вот тут в этом месте сам кожух сидения, и потертости видно. Преднатяжители ремней. То есть когда у вас срабатывает датчик удара, он, кстати, находится спереди под капотом, то преднатяжитель ремней натягивает ремень. Вот, допустим, когда вы пристегнуты, то при ударе, при столкновении преднатяжитель к себе забирает часть ремня, и он натягивает вас, то есть сжимает, не дает вам выскочить. Это так работает преднатяжитель ремней. Руль не потертый. Так, идемте дальше. Следующая — Honda CR-V, 2014 год, объем 2.4, пробег 63 тысячи, цена 15300. Серебристый цвет, диски 17, 225 на 65 R17. В каком состоянии у нас здесь салон? Селектор похож как у Kia, а так, в принципе, такое состояние у автомобиля. 63 тысячи. Видите, здесь немножко получше салон выглядит. Розетка 12 вольт.
климат. Рычажки, видите, везде все по-разному. Кнопка отключения ESP, это похоже на датчик давления шин. Похож значок. Ну и посадка кроссоверская. Накидки на сиденье здесь также присутствуют. Сегодня мы побывали на одном из авторынков города Донецка. Показал я вам актуальные цены на поддержанные автомобили. Если вам понравился этот ролик, обязательно пишите вашу оценку внизу под этим видео. Ну а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.